Всем привет! Меня зовут Владимир. Я прошел курс сетевой инженер в Академии IT DMS. Сейчас хотел бы поделиться с вами впечатлениями о самом курсе, об этой специальности и вообще как я к ней пришел. Когда я поступил в эту академию, я жил и работал в Казахстане. В основном я всегда обслуживал разные компании, как сетевой администратор. Там у нас были как компьютеры, сети. Но сети обычные, там обычные, как дома роутеры ставят, так и там у нас стояли. И вот однажды, мне можно сказать, наверное, повезло, мой знакомый пригласил меня в компанию интернет-провайдера работать. Первый вопрос, который мне там задали: а ты вообще знаешь, что такое виланы? Блин, я вообще, не знал, не понимал, потому что в обычных домашних роутерах и в тех компаниях, где я работал, там это вообще никак не используется. Вот. Ну, так как меня там позвали по знакомству, сказали, в общем, изучай направление именно сети более серьезно, более глубоко. Я начал искать разные курсы. Сейчас на просторах интернета есть различные школы тоже, в которых есть специальность сетевой инженер. Но выбрал я Академию IT DMS, потому что здесь, скажем так, они так не растягивают процесс обучения, как в других школах, например. В других школах этот курс там у них длится 2 года, например. Мало того, что он длится 2 года, так еще и по ценам там гораздо дороже. Вот. А здесь уже курс записанный. Ты можешь сам проходить, когда у тебя есть время. Потому что со временем у меня было очень проблематично. Свободного времени практически не было. Вот. В Оконцове, когда я уже прошел там первую часть курса, уже возникло такое более глубокое понимание всех процессов. Вот. Я раньше вообще не знал, что можно, что есть какие-то эмуляторы, например, где можно различное сетевое оборудование внутри компа в программе, на виртуалке настраивать, там проверять. Фактически это как практика работы на реальном оборудовании. Вот. Я всегда почему-то думал, что если у меня есть обычные роутеры, я на них могу дома практиковаться, там всякие различные варианты настраивать. А какое-нибудь дорогостоящее оборудование, там, где я работал, его просто нету. А купить самому ради там экспериментов, нереально, оно очень дорогое. А тут весь курс построен именно на виртуальной машине, внутри нее получается различное сетевое оборудование, и можно выстраивать вообще различные схемы сетей там с роутерами, свечами, там с VPN-ами, там со всеми делами, в общем. Вот. И что мне понравилось, так это то, что здесь очень много практики. Вот она с первых уроков начинается практика. И ты уже изначально начинаешь привыкать и к командам, которые используются в этом оборудовании. Вот. Объясняется все очень понятно, легко для восприятия. Всегда можно нажать паузу, там сделать то, что было сказано, там попивой что-то, если непонятно, даже повторяешь просто эти команды, а потом уже со временем уже в уроке, например, говорится, я вот настроил так-то и так-то. Все. Уже не заостряет на этом моменте внимание то, что по пройденному материалу. Ты уже берешь, сам настраиваешь, уже. И вот когда сам настраиваешь, все уже, без подсказок каких-то, без промоток назад, уже, и уверенность появляется, что ты действительно что-то начинаешь понимать.
Ну, если вспомнить, ну, какие были познания до того, как этого курса, ну, это вообще, короче, земля и небо. В общем, короче говоря, я еще курс даже до конца в тот момент не прошел. А мне уже, ну, было как бы собеседование с одной компанией российской. Вот, я с главным их сетевым инженером пообщался. Как бы я уже, ну, термины там знаю, там и VLAN, и там, и OSPF, и BGP, там протоколы всякие. Ну, мы с ним поболтали. Но он мне говорит, ну, в принципе, ты меня устраиваешь. Вот. Я говорю, ну, я как бы там не все знаю, я как бы там на виртуалке все это делал. Он говорит, да, типа, ничего страшного. По месту разберешься, короче говоря. И вот получается, благодаря курсу, благодаря этим знаниям, в Оконцове я переехал в Россию, в крупную компанию. Сейчас здесь тоже развиваюсь. Но самую базу, самый вот как бы толчок вот этот вот, это, ну, конечно же, мне дал, ну, и курс, и вот эта моя работа в компании интернет-провайдера, она как бы меня сподвигла, получается, ну, изучать именно сети более так глобально. А вот что еще хотел сказать, я вот в последние годы, ну, всегда искал как бы варианты такой работы, которую можно делать удаленно, например, с любой страны. Вот. И получается, ну, вариантов несколько есть. Там, вот, например, там программисты тоже так могут этим заниматься. Но программировать это настолько глобальная вообще тема. Там и языков много, и куча там постоянно. Короче, там постоянно нужно учиться вообще. Это, ну, не каждому дано, и это, ну, как мне кажется, не так просто. А в сетях. В сетях вот эти все стандарты, все вот эти протоколы, на которых работает интернет, они как были вот написаны там еще в 80-е годы, там вот базовые вообще ГОСТы вот эти вот сетевые, они вот и сейчас работают по сей день, и они будут работать дальше. Вот, и получается такая ситуация, что, ну, вот как мозаику, если представьте, да, в мозаике есть, ну, много элементов там разных. Если ты потихоньку изучаешь вот эти сети, например, ты как бы начинаешь складывать свою мозаику. А так как ничего не менялось вот с тех годов еще, то рано или поздно вот эта мозаика, она собирается. Конечно, там вот получается какие-то новые технологии там дополнительные, но по большей части вот основные вещи, которые используются на предприятиях, как бы это, ну, конечный объем знаний. Конечный, его можно изучить со временем, он изучается, и все, у тебя получается полная картина происходящего. Я считаю, это вообще нереально круто, потому что, ну, ни в каком программировании нет такого, что вот ты что-то выучил, и все, ты все, крутой специалист. Там учиться они будут постоянно. А здесь можно выучиться, и уже как бы того объема, ну, знаний будет достаточно для большинства задач на крупнейших предприятиях вообще. Вот. Просто вот зайдите, например, на Headhunter, напишите, ну, выберите город Москва и напишите «сетевой инженер». Вот я сейчас написал, там выходит 260 открытых вакансий, и зарплаты там где-то от 120 тысяч там, ну, до 300, там, ну, это смотря, конечно, там уже от квалификации будет зависеть. Но сам факт, что, ну, работы много, специалистов не хватает, также это все можно делать удаленно. Вот со мной в компании вот интернет-провайдера в Казахстане тоже один товарищ работал, он параллельно успевал и у нас работать, и в Москву устроился, сперва по удаленке, потом в Москву он уехал, все, по сетям там теперь живет, работает. Вот. Поэтому само направление сетевой инженер, я считаю, оно мало того, что очень перспективное, оно хорошо тем, что вы можете одновременно работать на нескольких работах и с любой точки мира. Вот это самая основная тема. Потому что, ну, не знаю, как кто там, ну, кто-то может в России захочет жить, кто-то там, не знаю, в Америке, в Европе там, там в Азии, там где-нибудь, там на Бали или в Таиланде. Везде сети, они одинаковые, на всех компаниях. Везде вот, ну, вся суть базовая,
построено у всех одинаково. И это самое главное. Отличаться может только оборудование конечное уже, но это уже там просто гораздо легче будет какие-то пару команд дополнительных изучить. Главное знать вот эту основу и всю суть. Вот. И вот этот курс сетевой инженер вот этой академии IT-DMS, ну, я считаю, он очень мощный и очень крутой в том плане, что там настолько подробно все разбирается, весь вот этот вот, все эти пакеты, что внутри пакета, какой там заголовок, куда что пошло, это, ну, для меня вообще открытие было. Вот, поэтому я выражаю огромную благодарность создателям этого курса. Спасибо, ребята, вы молодцы. Продолжайте в том же духе. Очень интересно было бы тоже увидеть ваш курс, ну, по Windows серверу, например, мне было бы интересно посмотреть. Но главное, сейчас я говорю за то, что я вот прошел уже, и это, ну, это просто шикарный курс. Так что всем рекомендую. Поддержка там, кстати, вот насчет поддержки хотел сказать. Да, там было пару моментов мне непонятных. Я как бы, ну, пишу письмо в техподдержку, там прикладываю скрины, там объясняю, что не так, например, там на какой минуте в видео там что-то, какая-то либо нестыковка, либо у меня недопонимание какое-то. Отвечаю довольно быстро, причем в развернутом виде. Записывают прям видеоролик там, и, ну, как бы все объясняется. Так что, ну, как по мне, мне вот не нужно, как в других школах, там, в группах, там, ждать, когда же этот урок настанет, там. Вот когда у меня есть время, тогда я и смотрю. У меня возникли какие-то непонятки, я написал, мне на них ответили. Ну, так что, в плане поддержки здесь тоже все шикарно. Так что, все, всем удачи. Дерзайте. Сетевой, направление сетевой инженер, это, ну, я считаю, очень круто в современном мире, и оно будет актуально всегда, потому что интернет будет всегда. Все, всем спасибо, всем пока.